И вновь Ольга Бузова. Только поклонники стали забывать про странные отношения телеведущей и Тимура Батрутдинова во время отдыха в Таиланде, которые Оля так старательно транслировала в своем инстаграм, как парочка вновь дала себе знать. Теперь уже в Москве. В конце прошлой недели в сети появилось видео, на котором якобы папарацци запечатлели Бузову и Батрутдинову выходящими из дорогого отеля в центре столицы, а позже в одном из московских кафе. Кокетство и флирт на лицо, точнее на камеру. Вот оно, долгожданное подтверждение нового романа. Можно было подумать, но дело в том, что Тимур и Оля снялись вместе для рекламной кампании русского дизайнера Беллы Потемкиной. В такой же Бузова участвовала 2 года назад с тогда еще мужем Дмитрием Тарасовым. И пока одни